Park. Pick up the count at T-minus 3 minutes 30 seconds. Park, 3 minutes 30 seconds and counting. Первым шагом было решение о том, что первые предприятия этой страны, требующие космический полет, должны быть мирными гражданскими усилиями. Здесь наша цель состоит в том, чтобы запустить его, определить, в какой степени он может выполнять полезные функции в космическом пространстве. А затем, конечно же, мы хотим вернуть его в целости и сохранности. Эти леди и джентльмены — национальные астронавты Меркурия. Мужчина, чтобы совершить такой полет, должен быть в превосходной физической форме, в хорошем состоянии, как и положено спортсмену. Скафандр состоит из жесткого белого шлема с прозрачным забралом, чем-то напоминающего средневекового рыцаря, и резинового костюма, который совсем не выглядит резиновым. Он довольно легкий и гибкий, с серебристым внешним покрытием. Я думаю, что самые важные проблемы заключались как раз в том, чтобы ознакомиться с автомобилем и подготовиться к нему. Если у вас и есть какие-то эмоциональные проблемы, так это просто в том, чтобы получить шанс полетать. Они устали ждать. Они готовы лететь, и они были готовы к этому уже некоторое время. И если у них и есть какая-то психологическая проблема, так это проблема ожидания. Получение шанса сделать — это очень захватывающее дело. Конечно же, основные проблемы с обучением останутся прежними. А именно, знать транспортное средство, очень хорошо разбираться во всех системах, знать, как ориентироваться, как контролировать ориентацию. Тесты проводятся в клинике доктора Лавлейса в Альбукерке. Безусловно, некоторые из тестов, которые мы там проходили, были самыми тяжелыми. И выбрать один из них довольно сложно, потому что если прикинуть, сколько отверстий имеется в человеческом теле и как далеко можно зайти в любом из них. Ты отдал все впустую. Теперь ответь, какой из них был бы для тебя самым трудным? Я думаю, Джон Гленн довольно хорошо ответил на этот вопрос. И, возможно, продвинемся немного дальше. Мы не играем в какие-то игры. Это серьезное дело. И ты не можешь просто посмотреть правде в глаза и сказать: мы собираемся, как сказал мистер Доннелли, положить миллион долларов в консервную банку и запустить ее в космос. Это совсем не похоже на это. Нельзя же делать программу из чего-то столь примитивного, как это. Это профессиональная программа. Мы пытаемся с ней что-то сделать. И большинство людей спрашивали меня: почему ты участвуешь в этой идиотской программе? Я сразу же отвечаю: если ты потратишь немного времени на то, чтобы подумать об этом, изучить это, ты поймешь, что это то, к чему мы относимся очень серьезно.
Ракета-носитель Redstone, которая вывела первого американского астронавта в космос, демонстрирует принципы, которые были впервые разработаны тремя главными пионерами в космосе. Доктором Годдардом в Соединенных Штатах, Циолковским в России и доктором Обертом в Германии. Разработка самого Редстоуна началась в 1951 году. Эту работу возглавлял доктор Вернер фон Браун, пионер ракетостроения немецкого происхождения, который сейчас является американским гражданином. Первый полет Редстоуна был совершен в 1953 году, а второй примерно 5 месяцев спустя. С тех пор более 50 из этих ракет были запущены с очень высоким показателем успеха, так что сегодня Редстоун называют старым надежным. Чтобы достичь требуемой производительности, баки были удлинены примерно на 6 футов, что обеспечило больший запас топлива и жидкого кислорода. И таким образом мы увеличили время горения более чем на 20 секунд. Его тяга теперь составляет 78 фунтов. Был спроектирован новый приборный отсек и специальная секция адаптера космического корабля. В них находится герметичный приборный отсек, расположенный между топливными баками и капсулой. В дополнение к обычным приемочным огневым испытаниям ракетного двигателя, готовое транспортное средство для этого пилотируемого полета и для всех остальных в серии «Меркурий» было запущено на Земле перед отправкой на стартовую площадку. Было проведено множество измерений, чтобы гарантировать надлежащую работу двигателя. В ходе одного испытания двигатель Mercury Redstone неоднократно подвергался наземному запуску в течение общей продолжительности в 15 раз превышающей нормальное время горения. Ракета-носитель для пилотируемых орбитальных космических полетов проекта «Меркурий» — это межконтинентальная баллистическая ракета «Атлас». Система вооружения военно-воздушных сил с дальностью полета 9 миль, которая также используется в качестве ракеты-носителя для космических полетов. Башня «Атлас» высотой почти в 9 этажей весит на момент запуска более 250 000 фунтов. Его три двигателя работают менее 5 минут, но за это время они потребляют достаточно топлива, чтобы четырехмоторный реактивный лайнер совершил почти 6 трансконтинентальных рейсов. Они развивают тягу в 360 фунтов, примерно 3,5 миллиона лошадиных сил, поскольку разгоняют «Атлас» до скорости около 18 тысяч миль в час, что в 13 раз быстрее винтовочной пули. Человек, известный как отец «Атласа», человек, сыгравший важную роль в его проектировании и разработке, уроженец Бельгии авиационный инженер Карлдж Бассерт, технический директор компании General Dynamics Astronautics в Сан-Диего, штат Калифорния, где производится «Атлас». Около 16 лет назад мы морили «Атлас» голодом. На самом деле, наши первые предложения были сделаны в конце 1945 года, и мы получили наш первый контракт на учебу в апреле 46-го. Видите ли, нам действительно пришлось внедрить несколько новых идей, чтобы сделать большой шаг в развитии техники. Одна из них заключалась в том, что мы решили управлять ракетой, поворачивая ракетные двигатели.
Это было что-то новенькое, и причина, по которой мы это сделали, заключалась в том, что их было несколько. Но давайте предположим, что главное из них заключалось в том, что это более эффективная двигательная установка. Еще одно новшество заключалось в том, что мы перешли к структуре, а именно к структуре, которая зависит от внутреннего давления. Именно поэтому я задумался о том, буду ли я в восторге, когда астронавт поднимется в воздух и совершит несколько витков вокруг света. Ребята, занимающиеся исследованиями в отделе авиационных исследований Полиса, выяснили, что, конечно же, при входе космического корабля обратно в атмосферу должно рассеиваться много энергии. Тупой корпус был самым эффективным способом сделать это. Занявший второе место из всевозможных тестов, проведенных военно-воздушными силами, было очевидно, что мужчины более или менее лучше выдерживают ускорение. Так называемые глазные яблоки. Сила налицо, как будто ты лежишь на спине. Соедини это с тупым телом. Тогда еще были доступны парашюты. Это вполне надежные парашюты. У нас был большой опыт работы с этими твердотопливными двигателями, так что ты мог бы использовать ретрофайр, чтобы замедлить движение и снова подняться в воздух. Так внезапно у нас появились все необходимые фундаментальные элементы, и осталось только кому-то сформировать эти вещи вместе, упаковать их и расположить геометрически так, чтобы все эти вещи подходили друг к другу. В этом, по сути, и заключалась моя работа. Она состояла в том, чтобы упаковать все эти отдельные элементы, которые были разработаны и отобраны другими людьми. Кабина сконструирована таким образом, что по бокам расположены отсеки для оборудования. Основной и запасной парашюты хранятся в цилиндре перед ним. Два блока инфракрасного сканера горизонта расположены в узкой секции в конце космического корабля. Приборная панель перед астронавтом сгруппирована по функциям. Это был порт, да, я полагаю. Я не совсем уверен, в чем разница между иллюминатором и окном, за исключением того, что иллюминатор, как правило, маленький, а окно большое. И если ты помнишь, у Меркурия в итоге появилась штука, называемая перископом, и это оказалось не очень удовлетворительное устройство. Но было ясно, что у этого человека два глаза, лучшие приборы, которые когда-либо существовали. Эти два глаза, и отказывать этим глазам в том, чтобы смотреть в иллюминатор, довольно глупо. Астронавт может сам контролировать свое положение с помощью перископа под панелью и окна наверху. Из окна виден горизонт в задней части капсулы, а через перископ ему видна Земля. Она оказалась неожиданно более устойчивой, на уровне точки устойчивости, чем кто-либо мог подумать. Это очень приятное чувство — знать, что если у тебя закончатся все контрольные газы, то чертова штуковина все равно развернется в нужном направлении. Настоящая цель состояла в том, чтобы решить проблему с отоплением. Так вот, теоретически предполагалось, что она будет стабильной и в этом положении. Но было много людей, которые никогда бы не подумали, что ты можешь повернуться на 180 градусов, а затем развернуться.
Но это произошло. Между входной поверхностью и, собственно, кабиной находится 4-футовая прорезиненная юбка из стекловолокна, которая образует воздушную подушку для снижения силы приземления капсулы. После того, как основной парашют раскрывается, теплозащитный экран освобождается от капсулы, и мешок наполняется воздухом. При ударе воздух выходит через отверстие в юбке, ослабляя силу удара. Меня интересовала физиология мужчины просто потому, что, насколько я понимал, это была механическая система, и его нужно было поддерживать механически. И поэтому я заинтересовался строением тела, тем, как должен быть сделан диван, и тому подобными вещами. И, конечно же, человек должен был правильно располагаться в космическом корабле. Я думаю, что это хорошо в том, чтобы быть молодым. Ты не такой. Когда ты молод, тебя ничто не пугает. Ты можешь покорить весь мир. Та маленькая гонка между мной и Гагариным была очень-очень близка. Очевидно, что их цели, их возможности для орбитального полета в тот конкретный момент были больше, чем у нас. В конце концов, мы догнали их и прошли мимо.
Мы летали на шимпанзе по кличке Хэм в ходе рекомбинации работ в Редстоуне. И все работало отлично, за исключением того, что там было реле, которое в конце полета с питанием должно было извлечь спасательную башню. Потому что в ней больше не было необходимости отделить от капсулы Меркурия и извлечь ее. По какой-то причине во время полета Хэма он выстрелил, но не отделился сам от себя. Так что шимпанзе поднялся еще на 10-15 миль в высоту и еще на 20-30 миль в дальность полета. В том, что было сделано в ходе миссии, не было абсолютно ничего плохого. Поэтому мы настоятельно рекомендовали: «Хорошо, давайте возьмем Шепарда на следующую миссию». Все работало отлично. Так что если это повторится снова, ничего страшного. Шепард поднимется немного выше. Вернер сказал: «Нет». Он сказал: «Мы хотим, чтобы все было абсолютно правильно». Поэтому перед полетом Гагарина мы выполнили еще один беспилотный полет, затем его полет, а затем мой. Так вот в чем дело, это было действительно «прикоснись и лети туда». Если бы мы отправили меня в эту беспилотную миссию, то действительно полетели бы первыми. Но это было нелегко. Как вы все знаете, вчера мистер Роберт Эргелрут, директор космической целевой группы, объявил, что трое из семи астронавтов были отобраны для начала специализированной работы с космическим кораблем и с людьми, которые будут участвовать в первоначальных пилотируемых полетах на Меркурий. Семеро парней соревнуются за первое место, чем бы оно ни обернулось. Семеро парней претендуют на эту единственную работу. Так что, с одной стороны, у меня было чувство дружелюбия и, возможно, некоторой поддержки, но с другой стороны, я надеюсь, что вы, ребята, счастливы. Потому что я собираюсь озвучить первый голос. Боб заперся внутри, закрыл дверь, и это было совершенно естественно. Сказал он: «Мы должны решить, кто совершит первый полет. И я не хочу публично указывать на данном этапе только на одного человека. Внутри организации я хочу, чтобы все знали, что мы назначим первый рейс, второй рейс и резервного пилота. Но помимо этого мы не будем принимать никаких публичных решений». Вот он и сказал: «Шопарду достанется первый полет, Гриссому достанется второй полет, а Гленн будет дублером для обоих этих двух суборбитальных выбросов». Мы остановились перед стартовой площадкой. Конечно же, было темно. Жидкий кислород выходил из Редстоуна. Повсюду были расставлены прожекторы. И я помню, как сказал себе: «Я больше никогда не увижу этот Редстоун». А ты ведь знаешь, пилоты обожают выходить на улицу и пинать шины. И это было похоже на то, как если бы они протянули руку и пнули шины на Редстоуне. Потому что я остановился и посмотрел на него, а затем оглянулся назад и вверх на эту прекрасную ракету. И я подумал: «Окей, Бастер, давай сделаем это». Все в порядке, время старта пошло. Да, сэр, я читаю вас громко и ясно. Это «Свобода-7». Топливо на исходе. Давление в кабине 1,2 G, давление 14 фунтов на квадратный дюйм. Кислород на исходе. Я был удивлен, что взлет, зажигание Редстоуна и взлет прошли так же плавно, как и раньше. Я действительно ожидал большего шума и большей вибрации.
Теперь, к счастью, мы предусмотрели достаточное количество прокладок вокруг наушников шлема, так что шум не был проблемой. Да и сам старый Redstone был достаточно гладким, так что взлет был очень приятным. В перископ открывается прекрасный вид. Я буду освещать Флориду. 3-4 палатки недалеко от восточного побережья. Малоизвестный находится через Хаттерс. Когда я впервые перевел взгляд с приборной панели, используя гироскопическую индикацию, на сам перископ, должен признаться, у меня перехватило дыхание. Это был прекрасный вид. Внезапно, в середине периода невесомости, я понял, что кто-то собирается задать мне этот вопрос. Вот так вот. Поэтому я сказал себе, тебе лучше придумать ответ. Серьезно, как мы уже говорили ранее, во время коротких периодов слабости, которые мы испытывали во время тренировок, это довольно приятное ощущение. Особенно после ускорений во время полета на ускорителе, мы обнаруживаем, что у нас нет никаких трудностей в том, чтобы маневрировать самостоятельно, контролировать себя. И в целом на данный момент это действительно не доставило нам никаких трудностей. Я приготовился к посадке где-то на высоте около 5 футов. Под этим я подразумеваю, что я открыл лицевую панель шлема. Я снял шланг, который подает герметизирующий газ, кислород для уплотнения лицевой панели. Я ослабил его, снял нагрудный ремень и снял наколенники. Причина, по которой я это сделал, заключалась в том, чтобы позволить себе немного больше свободы действий на случай, если мне придется совершать какие-то быстрые маневры после приземления. Сила приземления была где-то между 10 и 12 G, как указано в наших записях. Это определенно было не более неудобно, чем выстрел из катапульты по авианосцу. И поэтому я хочу еще раз выразить свои поздравления Алану Шепарду. Мы очень гордимся им и этой наградой, которая появилась здесь с нуля. В этот момент я очень-очень хорошо осознаю оказанную мне честь, честь, которая действительно должна быть оказана сотням людей, которые сделали возможным мой полет. Как ты знаешь, мы уже около 2 лет самоотверженно работаем над тем, чтобы отправить человека в космос. И именно этим сотням людей сегодня должны быть возданы почести. Леди и джентльмены, у меня есть для вас одно подготовленное заявление.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, в настоящее время предварительно планирует предпринять попытку запустить второй пилотируемый суборбитальный космический полет в 6 утра в пятницу, 2119 июля 61 года. Хорошо, удачного путешествия! Вас понял. Вас понял. Это колокол свободы номер 7. Часы работают. Громко и отчетливо, не плачь слишком сильно. Все в порядке. До сих пор мы хорошо катались. И я должен попробовать этот левый Яман. Единственное, что я действительно вижу, это облака. Я еще нигде не видел Земли. О, Роджер, ты на окне? Ты что, пытаешься маневрировать? Я пытаюсь маневрировать и нахожусь на окне. Такой завораживающий вид, я знаю, ты просто не можешь не смотреть в ту сторону. Сообщил, что в результате общения с Гасом Грисомом, плавающим в воде, он сообщил своим спасательным вертолетам, что намерен закончить свой контрольный список и убедиться, что в кабине все надежно, прежде чем он откроет люк, чтобы выйти. А ведь это звучит типично для Гаса Грисома. Он не собирался ничего предпринимать до тех пор, пока не убедится, что все сделано по-деловому. Нужно было выключить питание и спуститься вниз. Я просто лежал там на своем собственном диване, Бах. Хэтчмен, я посмотрел вверх и не увидел ничего, кроме голубого неба и воды, которая начала переливаться через подоконник. Поэтому я сбросил шлем, и единственные два движения, которые я помню. Это как я сбросил шлем, схватился за приборную панель и вытащил себя наружу. Я помню только, как схватился за приборную панель. Я даже не помню, как выходил за дверь. У нас был очень успешный полет на ракете-носителе «Атлас», которую мы использовали в то время. И то, что мы использовали ее для запуска, на самом деле немного зависло. Первая ступень не сработала. Другими словами, она не удалась. Пока что никаких неисправностей не было, но она продолжала висеть, а это означало, что она несла несколько больший вес, чем должна была бы. Мы получили все данные приборов и так далее, и проанализировали их. И экран показал довольно минимальную абляцию и отвод тепла обратно. И таким образом мы смогли взять эти данные, передать их сотрудникам McDonald's A и сказать им, что теперь они могут уменьшить толщину экрана до 1 дюйма, что в конечном итоге было использовано для производства. Примерно за час до старта я подошел к перископу и выглянул наружу, и погода действительно была просто ужасная. Пасмурно, идет дождь, дует ветер и так далее.
он все равно поехал в Бостон. Машина поднялась, и все пошло наперекосяк. Мы начали приходить к выводу, что в носовой части ракеты-носителя «Атлас» возникла какая-то конструктивная проблема. В носовой части, где крепился адаптер, была причина того, что в этой области была некоторая структурная слабость, и я думаю, что в итоге мы внесли некоторые изменения в адаптер, а также нанесли на «Атлас» какой-то тяжелый укрепляющий или армирующий материал. Я бы сказал, что сегодня мы продемонстрировали превосходную производительность как со стороны всех различных команд, так и со стороны оборудования. Для первого пилотируемого орбитального космического полета проекта «Меркурий» были отобраны две пилотные группы. Джон Ха, Гленн-младший, был выбран для первого полета, а Скотт Карпентер выступал в качестве дублера. Мы очень рады такому выбору, само собой разумеется, и для нас большая честь, что мы со Скоттом можем работать вместе так тесно, как только можем. Очевидно, что это все еще командная работа, и хотя в настоящее время к нам приковано большое внимание. Мы, конечно, гордимся тем, что находимся в том положении, в котором находимся, но это строго командная работа на протяжении всего пути. Это сигнализация. 1 минута 15 минут. Осталось несколько секунд. Радиочастотные системы. Давление. Телеметриама. Отличное качество. Вперед, капсула «Меркурий». Четыре тысячи 540 лет. Проверка состояния, повышение давления, пробой шлюза. Записано на пленку. Дальность действия, да. Запускай. Капсула «Меркурий» вперед. Все индикаторы горят правильно. Горит индикатор готовности. Катапультируйся. Оптический прицел убирается. Оптический прицел убран, индикатор горит. Томас. Джон Гленн. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Космический корабль «Дружба», «Дружба-7», находится на орбите с Джоном Гленном за штурвалом. В момент отключения двигателя ракеты-носитель «Атлас» находилась примерно в 503 статутных милях от стартовой площадки на мысе Канаверал. Она находилась на высоте 100 миль. Она двигалась со скоростью 17,53 мили.
Теперь все сначала. Я не уверен, что согласен с тобой. Когда он проезжал сюда, у нас был действительно 51-й сегмент, что указывает на то, что осветительный прибор не работает. Скорее всего, это неисправность микропереключателя. У нас был действительный сегмент здесь, а также у нас был действительный сегмент в ангаре на ТМ. Я хотел бы попросить кого-нибудь из других станций взглянуть на него. Они даже не смотрят на это. Это же компания Capcom. Мы рекомендуем вам оставить ретро-пакет на весь период повторного входа. Это означает, что вам придется отключить переключатель 5G, который, как ожидается, произойдет в 443. Это также означает, что вам придется вручную убрать оптический прицел. Ты читаешь? Это дружба номер 7. В чем причина этого? У тебя есть какая-нибудь причина? Прием? Не сейчас. Таково решение K-Flight. Наземные приемники телеметрии, как большинство из вас, вероятно, знают, зафиксировали сигнал о том, что у нас, возможно, ослабла теплозащитная защита. И по этой причине было сочтено целесообразным сохранить ретро-пакет на месте во время входа в атмосферу, чтобы он сгорел. Но к тому времени мы окажемся в достаточно сильном аэродинамическом силовом поле, чтобы удерживать тепловой экран на месте на случай, если он действительно ослабнет. Это дружба номер 7. Я думаю, что стая только что отпустила нас. Это дружба номер 7, настоящий огненный шар снаружи. Джон Шер сегодня проделал прекрасную работу. Я наблюдал за работой многих летчиков-испытателей. Я не думаю, что где-либо видел работу лучше, чем у Джона Гленна сегодня. Нам предстоит пройти долгий путь в космической гонке. Мы поздно начали. Но это новый океан. Я считаю, что Соединенные Штаты должны плыть по нему и быть в положении, не уступающем ни одному другому. Несколько лет или месяцев назад я сказал, что надеюсь, что каждый американец будет служить своей стране. Сегодня полковник Гленн служил своей стране, и мы все выражаем ему нашу благодарность. Рейс, следующий за рейсом Джона, который был в Ма-6, был в Ма-7, и Дик Слейтон был назначен на этот рейс. На центрифуге, во время подготовки к тому полету, у Дика была аномалия в сердце, которая в соответствии с общепринятой медицинской мудростью того времени считалась дисквалифицирующей. Дик был поцарапан. Уолли был его дублером и по всем правилам должен был лететь этим рейсом.
Я не знаю, кто принял это решение, но это было решение НАСА, что поскольку у меня были такие близкие отношения с Ма-6, когда я готовил Джона к полету, я был лучше подготовлен к следующему полету, чем Уолли, который должен был стоять в стороне. Я назвал это полярное сияние, потому что рассматривал его как небесное явление. Мне понравилось, как оно звучит, и его небесное значение. Один, четыре, три, два, один. Я чувствую, как поднимаюсь в воздух. Часы пошли. Вас понял. Приготовьтесь засечь время. Вас понял. Меня немного трясет. Освободитесь плавно. Три, два, один. Вас понял, начались резервные часы. Вас понял. Роджер, вы хорошо выглядите здесь внизу. Перископ отключен. Вот и все. Поехали. Вас понял, милые птички. Светлячки, они очень яркие. Вот они какие. Я могу завернуть в них сотни шляпок. Заверни боковую стенку капсулы. Так оно и есть. Некоторые из них, кажется, светятся, и они находятся в другой стороне. Оказалось, что когда я укладывал оборудование и стучал по люку сбоку капсулы как раз перед ретрофайером, светлячки начали пролетать мимо окна. И я мог заставить пролететь еще больше светлячков, стукнув по люку. И это были маленькие кусочки иния, освещенные солнцем у меня за спиной в это время на восходе солнца. И это были всего лишь маленькие кристаллики льда. И я подумал, ура, мы знаем ответ на этот вопрос. У меня был рекорд по промаху над целью в течение долгого времени, пока несколько лет спустя не появились какие-то космонавты, которые промахнулись на 15 сотен миль. Но произошло промахивание, которое вызвало большое смятение в центре управления. И это было, если вы поговорите об этом с Крисом Крафтом, ошибкой человека, а если вы поговорите об этом со мной, то это будет ошибкой машины. Где правда, я не знаю. Было три неудачи, и все они были аддитивными. Во-первых, у ретро-ракет была немного недостаточная тяга. Они опоздали из-за неисправности прибора ориентации, которая на самом деле так и не была обнаружена. Я этого не делал. В плане полета не было никакой проверки на рыскание. Может быть, так и должно было быть, но мы этого не ожидали. Все эти обстоятельства привели к тому, что мы допустили промах. Один, четыре, три, два, один.
Привет, Роджер, пойми это за один час. Единственным живым существом, которое было рядом со мной в течение долгого времени, была золотистая рыбка, которая поселилась под моим спасательным плотом в тени спасательного плота. Я помню, как созерцал этот чудесный опыт и наслаждался временем, чтобы поразмыслить над ним. Любопытство — это та нить, которая проходит через всю мою деятельность. Мне всегда было любопытно, а еще меня пугали океанские глубины. Во-первых, я хотел побольше узнать об этом, но во-вторых, я хотел избавиться от того, что, как мне казалось, было беспричинным страхом перед глубоководьем. Я также был вдохновлен тем, что сделал Кусто. Я увидел применение технологий НАСА в области океанографии и первый раз предложил Кусто приехать и поделиться технологиями с его программой. Он сказал, что нам мог бы пригодиться ваш опыт, но вы не говорите на правильном языке, и мы не можем платить вам очень много. Но он сказал, что если ты хочешь поделиться технологией с океаном, сделай это с помощью своего собственного военно-морского флота Соединенных Штатов. И вот как это произошло. Это контроль над ртутью. Время здесь, на мысе Канаверал, 6 часов 2 минуты ночи по восточному стандартному времени. Обратный отсчет времени до попытки запуска космического корабля «Сигма-7» в рамках 5-го пилотируемого космического полета США составляет 57 минут, и идет обратный отсчет. Я думаю, что, вероятно, лучшая часть моей работы в миссии заключалась в том, чтобы назвать ее «Сигма-7», будучи суммой инженерных усилий. А не причудливым названием вроде «Свобода», «Вера» или «Аврора». Не то чтобы мне не нравились эти имена. Я хотел доказать, что над созданием этого автомобиля работает целая команда людей. Вот почему я так много говорил о том, что знаю инженеров, о том, какими они были братьями и приятелями, и все они такими были. И именно в этом я видел конечную цель этой миссии. Это был инженерно-испытательный полет, в котором мы не собирались оглядываться в поисках светлячков. Мы не собирались высматривать огни Перта, мы не собирались возносить молитвы крестьянам внизу. Мы собираемся сделать то же самое, что и транспортное средство. Я никогда не передавал подобных сообщений, когда летал на макете истребителя двойки. Я взрывал эту чертову штуку до тех пор, пока не закончил. Это управление Меркурий. На счет 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Начинаем взлет. Взлет, как только ты начал, это очень приятное ощущение. Готовься к полету. Вот здесь у меня есть булавки на стене моего офиса. Я расскажу об этом прямо со страницы. Вот так. Лети. 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 Очень красиво. Откатывай ответы красиво. Она очень красиво поворачивается.
Но как только мы вышли на орбиту, я понял, что могу взять управление в свои руки. Как я уже сказал, я не хочу, чтобы это было автоматическое управление. Что произошло во время полета Джона и Скотта? Как только я вышел на орбиту, они отделились и быстро развернулись, чтобы занять заднее положение, чтобы они могли управлять полетом. Тогда у них появляется уверенность в том, что они смогут принести это домой. Я лечу туда не ради выполнения задания, я лечу ради всех вместе с Таши. Поэтому я отделился и пошел ко дну. Я пошел и подождал около 5 минут, но все вышло так, как надо. И в результате у меня получилось. Я думаю о ретрофайре, примерно 80% моего топлива все еще оставалось. Хорошо, я собираюсь отойти на время расслабления. Представь себе, я понимаю, что у тебя отключено питание. Вот в чем проблема. Я дам тебе зачитать текст, чтобы ты мог его посмотреть. Лети по проводу. Найди его. Пять, четыре, три, два, один. У меня есть один. И она крепко-крепко держится за меня. Мое отношение к деньгам было правильным. У меня их три. Очень хорошо. Мы можем сделать кадр на первой, второй и третьей марках. Отношение к делу очень хорошее. Ретро переключилась на РМ. Вот он выходит из игры и выходит из игры. О, она прекрасна. Голубое небо зарифлено, и оно похоже на сладкий пирог. О, Роджер, звучит заманчиво, Газ. Здесь прекрасная съемка. Я хочу получить хорошее описание до того, как мы перейдем к выпивке. Я готовлюсь к столкновению, отсоединяя отверстие в визоре. Без сомнения, это самый лучший полет, который у нас когда-либо был. Астронавт справился так хорошо, как, я думаю, ни один человек никогда не мог надеяться на это. Мы отправились вместе с Уолли, чтобы убедиться, что это был действительно инженерный полет. Мы хотели доказать, что человеку есть место в космосе, и я думаю, что вчера мы определенно сделали это. Твоя роль в полете, как мне показалось, была хрестоматийным полетом. У нас были проблемы в прошлом, и они были решены. Я почувствовал, что могу пойти дальше и действительно позволить этой машине делать свою собственную работу. Когда у меня была работа, я мог сосредоточиться на ней. Мое намерение состояло в том, чтобы использовать так мало топлива, чтобы никто не мог утверждать, что у нас на борту Сигма-7 было достаточно топлива для 18 витков вокруг Земли, если бы мы этого захотели. Я думаю, что доказал это. Они берегли меня для самого лучшего и лучшего, я думаю. Мы очень сильно чувствовали, что можем разработать технику для полетов намного более эффективную, чем оставлять ее на частичных автопилотах или на всех автопилотах. Что мы действительно могли бы перейти в режим ручной настройки и просто настроить эти двигатели и сэкономить много топлива. И вот пока он пытался это сделать, я был рад получить эту информацию, потому что она сослужила мне хорошую службу в моей жизни. Это было за день до запуска, и у нас было действительно твердое основное правило.
мы не вводили ничего нового в космический корабль или в скафандр. Или что-то еще в последнюю минуту, что вы не могли бы должным образом передать. Но медики отменили это правило, очень твердое правило, которое у нас было, и они прорезали большую дыру в боку моего костюма и вставили еще один здоровенный металлический фитинг, который, кстати, здорово натер мне ребра. Так что я был немного зол в тот момент, когда вышел, чтобы подготовить свой истребитель к полету, я вернулся над мысом и пролетел над мысом довольно низко, а затем пошел пешком. Уильямс случайно вышел из своего офиса и чуть не упал плашмя, потому что я летел довольно низко, проходя прямо мимо его окна и зажигая форсаж. Он был немного напуган и, по-моему, здорово разозлился по этому поводу. Уолт уверял меня несколько лет спустя, что на самом деле не собирался меня разыгрывать, а просто хотел побеспокоить по этому поводу. Поскольку я был последним, мне становилось все труднее и труднее выбирать имя, потому что раньше все выбирали довольно хорошие имена. И я думали, что это большая ответственность, выбрать название для космического корабля там, где он находится на глазах у всего мира. Но я решил, что я очень верю во все свое оборудование и в свой космический корабль. Я очень верил в команду запуска. Я верил в себя и в Бога. И я подумал, что это просто настоящее название гастронома. Вот так оно и стало именем Фейт Саймон. Я уже проделал всю свою работу, и нам пришлось перестроить зал, чтобы ассортимент был на должном уровне. Я уже несколько часов не спал, так что подумал, что это хорошая возможность немного вздремнуть. Вот я и решил немного вздремнуть. 5, 4, 3, 2, 1. И мы трогаемся в путь. Часы показывают. Я готов завести часы. 3, 2, 1, отметка. Вас понял, резервные часы работают. Отключение разгонного двигателя произошло именно так, как я и предполагал. Все прошло удачно, как раз вовремя. Весь полет на маршевом двигателе прошел точно по назначению. Это был очень-очень плавный полет на маршевом двигателе. В этом не было никакого движения, которое я вообще мог бы обнаружить, и я чувствовал себя так, словно нахожусь прямо на острие иглы, которую направляют прямо в цель. В первом классе это новая и странная обстановка. Ты внезапно оказываешься на орбите, и тебе хочется потратить несколько секунд на то, чтобы подумать об этом и понять, что именно ты делаешь. Чтобы по-настоящему успокоиться, требуется несколько минут. Дополнительное отвлечение заключается в том, что из окна видна Земля. Это здорово отвлекает. Так и хочется приковаться взглядом к окну и наблюдать за каждой мельчайшей деталью всего, что там происходит. Но многочасовые тренировки на тренажерах, которые у нас есть, похоже, берут верх, и ты сразу же возвращаешься к плану полета. Довольно внимательно следуешь им и выполняешь те функции, которые планировал выполнить в нужное время. У меня было такое. Загорелась зеленая сигнальная лампочка весом 0,5 грамма, которая сигнализирует вам о том, что вы начинаете повторный вход в систему. Я был уверен, что я не возвращаюсь в систему, потому что там вообще не было ничего, что могло бы замедлить мою скорость. А затем мы отправились на следующий орбитальный аппарат или около того, чтобы попытаться проанализировать ситуацию, пройти различные процедуры, чтобы попытаться выяснить, что это было. И мы поняли, что медленно, но верно у меня происходит электрический пожар от моих реле. К тому же они закоротили инверторы, и в конце концов я потерял всю свою электрическую систему. Ситуация понемногу налаживается. Инвертор разбарахлит. А у моего второго товарища что-то накапливается во флейте. Сервопривод Parcel Prox 2 разбирается в кабине, и мой инвертор не выходит на связь. В остальном все в порядке. Начинается основная съемка, так что я находился прямо над носителем, и ветер унес меня примерно в 2 милях от него. Так что они могли просто подрулить, выдвинуть стрелу и поднять меня на борт, и тогда я вышел из космического корабля прямо на носитель.